В Ульяновской области 5000 детей с инвалидностью. Из них более 300 с расстройством аутистического спектра. Благодаря правильно расставленным акцентам в проекте «Ментальное здоровье» сегодня они учатся адаптироваться к внешнему миру, получают комплексную помощь и вместе с наставниками проходят все этапы развития – от ранней медицинской реабилитации до знакомства с социумом. Какие у нас результаты? Буквально за год, во-первых, у нас увеличилось количество выявленных ребятишек с расстройством аутистического спектра. Это показатель. То есть вся проблема в том, что раньше эти дети были, ну, скажем так, за пределами нашего внимания. Сегодня мы их выявляем, и у нас разработана маршрутизация дальнейшей работы с этим ребенком. Дети, которые нуждаются в длительном сопровождении, могут найти отдушину в реабилитационном центре «Подсолнух». Помимо традиционной помощи логопеда и психолога, ребята могут заниматься любимым хобби – познавать живопись, учиться мастерить что-то своими руками. Жизнь у них интересная, насыщенная, они участвуют в театре, они выступают на соревнованиях по плаванию, они занимаются продуктивной деятельностью, выполняют посильную им работу, и родители, мне кажется, они вместе с нами такую работу большую делают, что ребенок всегда будет успешным. А перед тем, как распахнуть двери во взрослую жизнь, дети могут набраться практики в тренировочных квартирах. Они смоделированы по примеру типовых – газовая плита, санузел, гостиная. В комплекте идут и бытовые обязанности – стирка, готовка, уборка. В результате дети чувствуют не только ответственность, но и любовь. Именно этот фактор заботы и сочувствия детям, по мнению Федерального центра, основополагающая любой реабилитационной программы. Ульяновская область с этой задачей справилась. Александра Никитина, Даниил Сурков, Управда ТВ.